Около 100 человек прошли флюорографическое обследование в Камчатском краевом противотуберкулезном диспансере в день открытых дверей. Мероприятие приурочили к Всемирному дню борьбы против туберкулеза, который ежегодно отмечается 24 марта. Ежегодно мы проводим день открытых дверей для того, чтобы жители Камчатки могли пройти флюорографическое обследование. Такое обследование необходимо проходить один раз в год для своевременного выявления туберкулеза. А цель сегодняшнего нашего мероприятия – повысить охват населения профосмотрами на туберкулез и вследствие снизить заболеваемость на Камчатке. В мероприятии приняли участие люди разных возрастов. Многие из них знают о необходимости проходить флюорографическое обследование раз в год. Я делала флюорографию последний раз в декабре 2017 года. Я знаю, что нужно проходить ее каждый год, и поэтому я пришла сюда. И к тому же мне нужно принести документы в университет. По словам медиков, проблема заболеваемости туберкулезом остается актуальной во всем мире. По сравнению с дальневосточными регионами, обстановка на Камчатке более стабильна. Ежегодно в крае выявляется около 200 случаев туберкулеза.